Серед киянок гаряче змагання за титул головної співачки X-Factor'а. І всю свою винахідливість жінки спрямовують на X-суддю, який, як їм здається, здатен розгледіти їхній потенціал. Стиль такой женственный, красивый, платье, туфли, каблуки. Мне кажется, что без хорошего каблука этот образ невозможно воплотить. У нас есть кого хвилювати, Розріз. Ваня, что ты думаешь? Да ну как бы я вот абстрагировался от обреза. Все, спасибо. Разреза. Это хорошо наделает, конечно. А Ване не нравится. Вы красивы. У вас красивые туфли, колени, руки, все. Понимаете, до меня не дошло. Это платье вы сняли с предыдущих конкурсов? Нет, так получилось, так. Что он... у нас разные. А, у вас разные? О, хорошо, что ты повернулась. Голос твой красотой не обладает, в отличие от всего остального. Довелось на себе в зеркало вже фарбуватись почала. Такого дивлюсь, думаю. Ніби нічого така. В твоих глазах можно утонуть, а в твоем пене так немножко помочить. Желание на самом деле очень большое. Хочу, стремлюсь и буду. Вы мне обещали танец. Я обещал вам танец? Не, ну это вы уже шантаж. Женщина! Давай, задери платье. Ну, что-нибудь сделай, что-нибудь яркое, черт побери. Камон! Головой вот так подни. Вот так. Игра, не будет такого. Да мне нужны руки твои. Твои возможности на сцене ограничены, а нам ограниченный исполнитель не нужны на этом проекте. Дивувати суть.